Warupte kajan tu nikan kong akakan bidengi jong ciwatem kecekan binikan calup kore. Жил один очень богатый старик с женой и возглавлял эвенский род. Он был добр, справедлив, и те, кто на него работали, уважали его. И он, и его люди были очень удачливыми охотниками. У него было очень много оленей. Лето проводили на вершинах гор и пасли там оленей. Взглянешь направо, будто горы покрыты разнообразными цветами. Так много было пестрых оленей. Налево, и будто горы покрыты снегом. Столько много было у них белых оленей. Была у него единственная дочь, и славилась она красотой и умом. К ней сватались женихи всех трех миров, но отец не давал согласия. Думали старики, за кого выдать дочь, так и не нашли ей равного. На вопрос отца, за кого она хочет выйти замуж, дочь поставила условия о соревнованиях на выявление сильнейшего. Кто попадет из отцовского лука в кость подкопытного сустава оленя на расстоянии длины отцовского аркана, а попадет в цель только тот, кто правильно назовет ее имя, и это будет признаком подлинного суженого. Мать хвалит дочь за ум. Настоящего имени ее никто не знает. Она тянет тетиву только богатырь, равный по силе ее отцу. На завтра они объявили условия соревнования претендентов на руку их дочери. Настоящее имя девушки знала лишь ее очень старая нянька. Приехали самые богатые молодцы из верхней земли, из трех знаменитых родов, с трех сторон средней земли и трех слоев нижней земли. На вершине сопки у каменной глыбы, величиной равной двум бодающимся лосям, отец, держа в руках взятые с лабаза аркан и лук, с которыми в молодости охотился на диких оленей, обращается к собравшимся. «Манданя, манданя, вы с этого камня, встав на колени, будете стрелять. Манданя, манданя, вы с этого камня, встав на колени, будете стрелять». Вы с этого камня, встав на колени, будете стрелять. Манданя, манданя, имя моей дочери должны произнести одновременно с выстрелом. Потом, повторив ранее сказанное, добавляет: Манданя, манданя, за кого выйдет замуж моя дочь? Манданя, манданя, тот человек будет счастлив всю свою жизнь. Соревнования длились 3 дня и 3 ночи. Молодые люди, приехавшие из трех миров, стреляли из лука и угадывали настоящее имя девушки, и никто не угадывал его. На третий день соревнований идет за водой старая няня девушки. Водоем был под горой. Старуха, еле спустившись с горы, набрала воды и возвращалась назад, поскользнулась и пролила воду. И так 2 раза наполняла и проливала воду. И в 3-й раз пошла за водой, набирая воду, запела: «Энее, энее, о, как будет плохо, если увезут мою милую доченьку Нёлтек в неведомые нам земли». Когда она так пела, из-под воды высунулась чья-то рука и, потянув старушку за волосы, окунула в воду. Затем, приподняв, кто-то спросил ее: «Делаха, делаха, чье имя назвала ты? Говори же скорей, сейчас утоплю в воде, если не скажешь». Старушка, теряя сознание, произнесла: «Нёлтек». Тем временем молодые люди состязались уже 3-й день. Время шло к вечеру, когда пришел неизвестный старикашка. Молодые люди засмеялись, глядя на безобразный облик старика, и шутя говорили: «Ну и жених пришел, дайте быстрее ему лук, чтобы он выстрелил». 1-й раз выстрелил, не попал, назвал девушку травой. 2-й раз выстрелил, чуть не попал, назвал девушку птичкой. 3-й раз стрелял,
попал прямо в середину кости подкопытного сустава и назвал девушку Нёлтек. Что же оставалось делать старику Эвену и его жене, кроме как выдать дочь замуж за того старика-черта, выполнившего условия соревнования? По их обычаю, родители девушки давали ездовых оленей и одевали их красиво. Чтобы поймать ездового оленя для своей дочери, отец трижды закинул аркан и трижды поймал двухлетнего теленка, тощего, поедаемого личинками овода. Старик рассердился и привязал теленка так, чтобы передние ноги не доставали до земли. На следующий день проверил теленка, а он окреп и вырос, стоял уже на четырех ногах. Так он все три дня подрастал и вырос, стал очень крупным оленем. Отец пришел в жилище и говорит: «Манданя, Манданя, доченька моя любимая, Бог велел выйти замуж так. Стало быть, поезжай пока с этим чертом. Манданя, Манданя, но оленя твоего тоже Бог указал, видимо. За одну ночь он неузнаваемо изменился». Жениху, старику-черту, сшили новую одежду. Девушки сшили очень красивую одежду, такую, которую еще никто не видел. На прощальном ужине все расселись по кругу. Еда была очень богатой. Жениху сварили отдельно. Поджарили мясо трех оленей, сварили мясо трех лосей и сварили на вертеле мясо трех горных баранов. Начал говорить отец девушки, обращаясь к гостям. Затем обернулся к старику-жениху и говорит: «Манданя, Манданя, 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 ты стал нашим зятем. Из всех собравшихся ты самый бойкий, умный, сильный, знающий, поэтому ты хорошо знаешь наш обычай с давних времен. По нему все мужчины, женившись, начинают жить. В течение первых трех дней муж должен слушаться жену. Наверняка знаешь это, зять». Жених черт говорит: «Делаха, делаха, да, правду говоришь, я знаю это. Запрет вашего обычая исправно выполню». Мать говорит напутствие: «Нюлгина, Нюлгино, единственная любимая дочь, помни всегда хорошенько, вспомнив или соскучившись по нас, встретятся трудности в жизни, постоянно угощай огонь». Отец говорит напутствие: «Манданя, Манданя, дитя мое, дитя, пришла пора расстаться. Куда бы ни поехала, с кем бы ни была, никогда не оставляй ездового оленя. Он единственный живой от нас поедет с тобой. Если будет угрожать опасность, где бы то ни было, всегда спасет. Не забудь то, что я сказал». Начали собираться в путь. Старику-жениху для верховой езды поймали дикого оленя. Нёлтек села на верхового оленя. А ее старик-муж не смог сесть верхом. Олень не слушался его. Так они тронулись в путь. Она на ездовом олене, он пешком, чуть ли не таща оленя за собой по земле. Нёлтек подумала: «Олень мой ездовой, видимо, устал. Лучше я слезу». Вдруг неожиданно олень заговорил человеческим голосом: «Любимая моя хозяйка, Хор-Хор, слушай меня внимательно, Хор-Хор. Не слезай с меня, Хор-Хор. Сейчас он придет, Хор-Хор, и скажет, что он есть захотел, Хор-Хор. А ты не слезай, Хор-Хор. А вечером он скажет, Хор-Хор, спать с тобой захочет, Хор-Хор. А ты скажешь ему, Хор-Хор, спи один, скажешь, Хор-Хор. А ты сама, Хор-Хор, так и спи, сидя верхом на мне». Пока три дня и две ночи ехали, Нёлтек не слазила с оленя. Видит Нёлтек, все кругом изменилось. Земля другой стала. Леса и травы совсем не такие зеленые. Небо какое-то серое, а солнце, как луна, мутное, еле-еле светит. Из-под бугорка шел дым и распространялся вокруг зловонный и неприятный запах. В это время под землей бегали совсем голые ребятишки-чертенята. 8 лысых девочек и 8 лысых мальчиков. Они орали: «Карлак, карлак, ой, какие жирные гостинцы привез отец!» Нёлтек потребовала
по обычаю ввести невесту в дом на олене, чтобы она там сошла с ним. Старик-черт, взяв оленя за поводок, подвел к щели в бугорке, что служило им дверью. Попытался ввести оленя, но тот не давался. Позвал старик старуху, детей, и все они попытались втащить оленя в щель. А олень не с места. С такой силой тянули поводок, что он лопнул, и олень взлетел с нёлток. А черти со всего маху провалились по горло в землю. Старик-черт остался кричать: «Кях-кях, когда родится ребенок, девочка, и будет играть с ножницами! Кях-кях, когда родится мальчик, ребенок, и будет играть, стреляя луком! Приду, приду!» Олень поднялся очень высоко. Нёлток заснула, обняв оленя. Проснулась, не знала, как долго летели. Видит, под ними очень высокая гора. Когда они приземлились, Нёлтык сошла с оленя. Он ей сказал: «Хозяйка моя любимая, Хор-Хор, хорошо мы сделали, Хор-Хор, что убежали от черта. Теперь здесь начнем жить. Сделай дом для себя. Спустись вниз, а там ручей, рыбы там много. А я буду здесь, не уйду никуда далеко». Нёлтык спустилась с горы и внизу встретила трех молодых человек. Это были три брата. Они жили втроем поблизости. С тех пор стали жить вчетвером. Нёлтык готовила им пищу и шила одежду. Затем вышла замуж за младшего. Родились сын и дочь. Когда они были еще маленькими, им сообщили, что началась большая война. Муж ушел на войну. Перед уходом воткнул нож в дерево и говорит ей: «Если умру на войне, Тергаки, заржавев с середины, сломается он, Тергаки. Если ничего не случится, будет таким, Тергаки. Постоянно следи за ножом, Тергаки». Нёлтык мужу говорит: «Бери моего ездового оленя. Он очень сильный и умный, непобедимый никем». Потом оленю говорит: «Олень мой любимый, Бурине, должен помочь моему мужу, оберегать его от врагов». Сказав это, Нёлтык заплакала. Олень ей говорит: «Хозяйка моя хорошая, Хор-Хор, ты оторви от моей шеи 8 шерстинок. Ты брось их по ветру, когда беда случится с тобой. Вспомни меня и крикни: превратитесь в восьмиопорный лабаз из мамонтовой кости». Дети подросли. Девочка стала играть ножницами, мальчик луком. Однажды пошла Нёлтык смотреть нож, оставленный мужем. Видит, нож заржавел и посередине немного треснул, а затем и переломился. Горюя, она пошла домой. Стала готовить для детей еду. Подвесила над очагом кастрюлю. Тут огонь почему-то сильно задымил, и вдруг у костра из-под земли высунулась ручища, а затем голова того самого старика-черта. Нёлтык выскочила из дома, бросила шерстинки, которые оставил олень, сказав: «Станьте восьмиопорным лабазом из клыка мамонта». Она стала звать своих детей, только хотела зайти за ними, как из дома выскочил старик с уже окровавленным ртом. Он успел съесть ее детей. Нёлтык, плача, начала звать оленя: «О, олень мой, откликнись, настал день моей смерти». Вдруг старика вырвало, и из его рта выпал топор. Старик взял его и стал рубить одну из опор лабаза. Срубил опору, весь вспотел и устал. С севера подошел лось. «Кор-кор, что ты делаешь, дедушка? Ты очень устал, отдохни, я тебе помогу». Старик обрадовался, лег отдохнуть, а лось, делая вид, будто рубит, ударял тыльной стороной топора. Когда старик крепко заснул, лось нагадил черту прямо на глаза, схватил топор ртом и побежал на север. Старик-черт проснулся, заорал громко и страшно. Глаза его слиплись, со страшным ревом он разодрал лицо под глазами и тут же сделал себе другие глаза. И опять его вырвало, и вновь изо рта выпал топор. Взяв топор, начал рубить и срубил вторую опору. Когда он начал рубить третью опору, прибежала с севера росомаха.
Пырху-пырху, здравствуй, дед, что ты делаешь? Черт рассказал, как его обманул лось. Росомаха пожалела старика черта и говорит: «Ой, дедушка, догнав лося, я его проучу. Ты ведь устал? Отдохни, а я порублю». Старик черт поверил, лег и сразу заснул. Росомаха делала вид, что рубит, а потом нагадила черту на глаза, схватила топор и убежала на север. Когда черт проснулся, заорал от злости, опять продрал новые глаза, его вырвало, изо рта выпал топор. Когда он начал рубить опору, прибежал с севера писец. «Ньян-ньян, здравствуй, дедушка, что ты делаешь?» Черт рассказал, как его обманул росомаха. Писец как будто пожалел старика. «Ой, дедушка, догнав росомаху, я ее проучу. Ты ведь устал, отдохни, а я порублю». Старик черт поверил, лег и сразу заснул. Писец делал вид, что рубит, а потом нагадил черту прямо на глаза и, схватив топор, убежал на север. Когда черт проснулся, увидел, что его опять обманули, выцарапал новые глаза, вырвал новый топор, начал рубить пятую опору. Тут с севера к нему прибежала лисица. «Нян-нян, здравствуй, дедушка, что ты делаешь? Зачем так сильно работаешь? Ты же наш уважаемый старец». Черт рассказал, как его обманули лось, росомаха и писец. «Нян-нян, ох, черти, зла не хватает. Я отомщу им за то, что тебя обдурили. Нян-нян, ты такой мудрый, как же не знал ты, что они заядлые лгуны». «Нян-нян, ну ладно, не печалься, пусть, мы еще не опоздали. Я сейчас помогу, быстренько срублю». Старик обрадовался, лег отдохнуть. А лисица, делая вид, будто рубит, била тыльной стороной топора. Когда старик крепко заснул, лисица нагадила черту прямо в рот и на глаза, и, схватив топор в зубы, побежала на север. Старик-черт проснулся, заорал страшным голосом, захлебываясь и выплевывая нагаженное. Опять со страшным ревом сделал себе другие глаза, и опять его вырвало, и вновь изо рта выпал топор. Взяв топор, начал рубить и срубил пятую опору. Когда он начал рубить шестую опору, прибежал к нему волк. «Уо-уон, здравствуй, дедушка! Что ты делаешь?» «Уо-уон, проголодался, наверное, бедняга. Вот мясо оленя этой женщины. Уо-уон, раненого я нашел его. Убил его, дедушка. Это тебе я принес гостинцы». Услышав это, Нёлтык потеряла сознание. Черт рассказал, как его обманули звери. Волк пожалел его. «Ой, дедушка, теперь в будущем я им покажу за это. Ты ведь устал. Отдохни, а я порублю». Старик был голодный, наелся мяса, лег отдохнуть и заснул. А волк, делая вид, будто рубит, бил тыльной стороной топора. Когда старик крепко заснул, волк тоже нагадил черту прямо на глаза и в рот, схватил топор в зубы и побежал на север. Затем волк вернулся. А черт стонал, валялся по земле, хватаясь за живот. Проснулся, заорал страшным голосом: «Ух, как болит живот!» И тут же его вырвало, он опять сделал себе глаза, увидел, что волк ничего не сделал, не срубил ни одной опоры. Взяв новый топор, начал рубить и срубил шестую опору. Нёлтык подумала, почему все звери помогают мне, и опять стала звать оленя. «О, олень мой, любимый мой, единственный помощник, где ты, слышишь меня? Если ты не придешь, олень мой, я буду съедена этим чертом. Тогда наш эвенский род исчезнет на этой земле». Тут с севера подул холодный ветер, небо заволокло облаками, и вдруг налетел вихрь. Закружил, завертел облака по небу. И вдруг из-за черных туч появились четыре черных копыта оленя. «О, мой олень, любимый!» – закричала Нёлтык и от радости заплакала. Олень все снижался и снижался, и вдруг вынырнул целиком из-за туч. Черт-старик, превратившись в мышь, юркнул по щели в землю. Олень опустился на землю. К концу веревки было привязано огромное дерево.
Оказывается, он был привязан к этому дереву. Как только услышал зов Нёлтык, начал рыть корни дерева. Это он отправлял зверей, чтобы отвлекали черта. Нёлтык слезла с лабаза, обняла оленя и отвязала от дерева. Олень сказал Нёлтык: «Я сейчас же должен догнать черта. А ты крепко держи конец веревки, не отпуская. Если он победит меня, то из этой щели появится молочная белая пена. Если я убью его, то из этой щели появится густая красно-темная кровь». Сказав это, олень превратился в горностая и юркнул в щель, куда исчез черт. Вдруг веревка дернулась, и было заметно, что начался бой. Веревка то сильно дергалась, то ослабевала. И вдруг Нёлтык увидела в щели белую пену. Затем исчезла пена, и полилась багрово-красная кровь со сгустком. Вышел олень, нацепив на рога легкие и сердце черта. Нёлтык запрыгала от радости. «Любимый мой олень Бурине, больше никогда не расстанемся. Будем жить всегда вместе всю свою жизнь». Нёлтык очень хорошо жила с оленем. Однажды олень говорит ей: «Слушай, хозяйка моя любимая, Хор-Хор, я очень состарился. Мне трудно стало жить, Хор-Хор. Мы с тобой так не можем долго жить, Хор-Хор». Услышав это, Нёлтык заплакала. Олень продолжал: «Слушай внимательно мои слова, Хор-Хор. Если я умру, разделаешь, не боясь, так, как разделывают эвены. Шкуру мою повесишь на тальнике, сказав: будь моим домом, Хор-Хор, чтобы эвены всегда имели дом. Раскидывая внутренность мою, Хор-Хор, скажешь: пусть вырастут олени. Кости мои раскидаешь, Хор-Хор, они превратятся в горы. Шерстинки мои пусти по ветру, Хор-Хор, они превратятся в птиц и птичек. Ложась спать, положишь, Хор-Хор, на правой стороне сердце мое, а почки мои налево от себя». Нёлтык, плача, сказала: «Тогда и я умру». Отвечает ей олень: «Нужно сделать так, как сказал Хор-Хор. И только в этом случае наш эвенский род будет жить на этой земле. Другого выхода нет, Хор-Хор, ты сама это знаешь. А сейчас ищи в моей голове, Хор-Хор, там есть личинка овода. Найди ее и раздави, Хор-Хор, тогда я умру». Нёлтык, плача, начала искать в голове своего оленя личинку овода. И нашла, и нехотя раздавила. Олень задрожал всем телом и умер. Нёлтык долго и горько плакала. Затем успокоилась и принялась разделывать оленя. Сделала все так, как он завещал. Ложась спать, она положила сердце оленя на правую сторону, а почки на левую. Долго-долго плакала и заснула. Не знала, сколько спала. Проснувшись, не могла поверить своим глазам. На правой стороне спал здоровый, сильный мужчина, а на левой стороне двое детей, девочка и мальчик. Вышла Нёлтык наружу и видит, будто горы покрыты шерстью. Столько много было оленей у них. Так они стали жить очень хорошо и богато. С тех пор в нашем краю стало много эвенов. Те эвены были нашими предками.